Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. Прошу заметить, перед тем, как говорить, я не произнес «и». Потому что меня уже, собственно говоря, задолбало это постоянное «и». Все время в начале эпизода «и снова здравствуйте». Почему же «и снова здравствуйте»? Точнее, «и снова», а не просто «здравствуйте». Не знаю, потому что... Оп! Потому что вам довелось заново лицезреть... Извиняюсь. Заново меня слышать, игрового обозревателя, который на самом деле не такой, каким себя выдает. Да, на самом деле я не карлик. Свитер я ношу только в холода. Да и никакой это не свитер, а толстовка с капюшоном. Ну, вот такой вот я. Как бы сказать так... Сейчас придумаю слово. Вот такой вот я Штирлиц. Ну, сравнение может быть и корявенькое, но... Сойдет. Под пиво сойдет. Шучу. Дети, не пейте пиво. Оно невкусное, это во-первых. Ну а во-вторых, если захотелось, то пейте безалкогольное. Оно ничем не отличается от настоящего. Такая же моча в баночке. Итак, у нас сейчас есть золотой ключик, предположительно дверной. Блин, ну прям как в сказке, а. О, кусочек пазла. Помню, помню. Не так давно собрал мозаику на 1000 кусочков. Вот это было дело, я вам скажу. Вам такое даже не снилось. Вы, наверное, 250 не собирали. А я вот тут сразу на 1000 кусочков. Есть чем гордиться тащим-то. И это хорошо. Оп, куда? Промахнулся, но это не беда. Оп. Опа. Ой, извини, КТ. Просто у меня сейчас КТ... под этим, под ногами. Я его нечаянно задел. Я стараюсь его, в общем-то, не задевать, когда он отдыхает. Вот сейчас он так лежит, наслаждается у меня на коврике под ногами. Ну и я его тут грубо так задел своими толстыми ногами. Ладно, шучу. Какие они у меня не толстые. Это просто по сравнению с его ногами действительно такие... Довольно такие столбы, скажем так. А у него такие элегантные мохнатые лапки. Утонченного британского лорда. Да ладно, шучу, он у меня на самом деле не британец. Оп. И всего-то из-за пары сердечек сюда лезть. Глупо, конечно, но польза от этого есть какая-то. Какая-никакая, но все-таки есть. Он даже закричал от страха. Я тоже боюсь высоты. Ням. А, отлично. Все путем. Так. The Tumbling Dantini. Опа, это чё за Джокер? Why so serious? Муахахаха. Ух ты, ё-моё. Да это в самом деле Джокер. Нет, это этот, акробат. А где твой брат, акробат? Воу-воу-воу-воу-воу, спокойно, спокойно. Отлично. Акробата заделали под Фаберже. Хотя нет, не слишком удачное сравнение. Под Фаберже заделывают сами знаете что. Так что... Ну, понимаете.
Не, ну ей-богу, вот все камушки, как будто бы из Крэша Бандикута. Вот тут рубин, изумруд, сапфир, топаз, аметист, разумеется. Вау, какой джамшут это строил. Я тоже рад тебя видеть, малыш. Фух, ладно. Сейчас снова наверх. Оп. Эй. Так. О, джамшуты заново отстроили. Рофшан с джамшутом. Ай, я обжегся. Ва, Бэтмен. Бэтмен, однако. Так, ну вот сапфир. Отлично. Все путем. Плыл. Короче, как сказать-то, не летим, а парим дальше. Так. Ага. Золотой ключик отворил нам деревянную дверку. Не золотую, потому что дорого. О, хорошо. Вот уже вся гамма у меня на руке. Точнее, в инвентаре, если он тут, конечно, есть. Должен же Крок куда-то складывать всех этих гобосов, все эти кристаллы, ну там... электрошокеры, чтобы себя оживлять. Ну и это. Радужные кристаллы. Вот эти вот. Драгоценные. А хотя все, наверное, помещается в его портфельчике. Каким-то непостижимым уму чудом там все умещается. Вот бы мне такой. Опа! Да вы только посмотрите на это. Оп. Да, вот такой вот интересный аттракциончик. Если это, конечно, можно назвать аттракциончиком. О, как я хлопнул-то. Здорово, братюня. Опа! Фух, ладно, продолжаем дальше. Так, Cave Fear. Странно, почему страх? Вроде не страшно, детская игра все-таки. Хотя пещеры в них всегда жутко. Ну, откуда начнем? Давайте отсюда, здесь как-то красивее. Да блин, уйди уже, Бэтмен. Не до Бэтмен. Опа. Так. Опа, рубинчик. Рубинчик, изумрудик. Все хорошо. Так, а теперь тихонечко поднимаемся вверх. О, здорово, братюня. Он за мной наблюдал. Он шпион. Но теперь он никуда не денется. Мне показалось, или в самом деле там был ключ? Показалось. Это были глаза Бэтмена. Оп. Ой. Блин, сколько у вас тут развелось Бэтменов разных. Вот, еще один братюня. Идем дальше. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, братюня. Я типа свой. Ладно, проходи. А ты что плюешься? Плеваться вообще нельзя. Да это же Doodle Jump, ё-моё, как я сразу-то не узнал. Х.
Хотя постойте. Doodle Jump вышел гораздо позже. Так вот, с кого был слизан главгерой. Ладно. Вот здесь я сохранюсь и на этом окончу серию. С вами был Карлик Свитере. Мы еще встретимся.